домашний творог из домашнего молока. В данном случае у нас было 3 литра молока. Оно у нас скисло. Мы его ставим вечером, к утру оно уже скисло. Потом мы его ставим в духовку на 40 минут. Температура в духовке 100 градусов. Греется молоко, сразу будет видно, как отделяется творог от молока, от сыворотки. Образуется вверху творог, внизу сыворотка. Дальше мы покупаем так. Молоко отделилось, прогрелось. Подождем немножко, когда оно стынет. Банка не должна быть горячей, нам неудобно будет работать. Берем. Подожди-ка, скажи еще раз, на сколько времени и на какую температуру надо ставить? На 40-45 минут. Температура духовки не выше 100 градусов. 70. Быстро достаточно. Да, быстро. Мы будем смотреть, нужно смотреть по тому, как отделилось молоко. Следующая процедура, мы берем ситечко и чистую марлю. Это марля для молока, специально для творога. Используется у нас. Вот. Вот у нас получился творог. Уже можно видеть его. Он немножко у нас течет. Ты отжимаешь? Нет. Я его не. Эту сыворотку сливаем в чистую банку. Ее можно будет использовать для пирожков, для приготовления окрошки, для вареников. Вот так. Творог будет готов. Он стечет через часа, через два. Мы марлю развяжем. Будет у нас домашний вкусный творог. Спасибо. Вот прошло 2 часа. Что у нас получается? Мы открываем.